Доброго часа, уважаемые. Давненько я что-то не снимал для вас ничего. И вот выбрался в центр. А, как у нас некоторые газуют, это нефиг делать. Выбрался в центр и решил кое-что поснимать. Что интересного тут увижу. Вот это я на улице Базница, с Базница с 35. Здесь какой красивый дом. Фасад отремонтированный. Довольно яркий, хорошие цвета. Мне нравятся. Там год или полтора назад его отремонтировали. И когда-то вот здесь вот наверху на четвертом этаже жил мой хороший школьный друг, вон в тех окнах. И жил он в коммунальной квартире. Там, по-моему, на три семьи была квартира, и у него комната была. Его вот когда-то вот здесь вот, где эти прекрасные девы. Их, видите, тоже хорошо отремонтировали, все сохранили, покрасили. Смотрите, какие масочки тут замечательные, да? Вакха и вакханки, скорее всего, вот это. Ну и смотрите, какую я тут примечательную еще деталь обнаружил на доме. Напротив, в деревянном доме, такие вот ржавые штучки. Я даже не знаю, что это. Скорее всего, это такие звоночки древние. И вот они сохранились. Представляете? Я перешел на ту сторону к дому на Базнице с 35, чтобы снять напротив. Вот деревянный дом, где сохранились вот эти причудливые металлические вставки. Звоночки. Тут церквушка неоготическая. И что я вам еще хочу показать, это вот этот дом, шикарный тоже дом, тут очень дорогие квартиры. Когда-то тут, помню, продавалась одна квартира за 1,5 миллиона евро, тоже в отличном состоянии, отремонтированной такой модерн с эклектикой, шикарное здание. Ну, вообще очень приличная улица. И церквушка, кстати, Святой Гертруды, потому что там улочка Гертрудес. Ну и вообще там очень красивая застройка вокруг, я ее не один раз снимал. Ну что ж, пройдемся еще. Отошел я чуть в сторонку, это я на улице Стабу. И смотрите, между вот таких двух прекрасных зданий в стиле модерн, с одной и с другой стороны, находится кирпичная вставочка такая, жилой дом советских времен. Ну, не так плохо он выглядит для тех-то времен. В общем-то, аккуратно строен, но контраст очень яркий. Некоторым интересно, как застройка выглядит со двора, поэтому вот показываю, как этот кирпичный домик встроен тут в дворовое пространство. Тут вторая линия зданий, вот вглубь которые уходят. Они попроще обычно. И здесь еще есть одно кирпичное здание. Вот оно тоже. Ну и дальше, подходя к углу Стабу и Сколос, смотрите, тут почти закончился ремонт здания эпохи функционализма. Тут еще все, что осталось, в принципе, добавить, это вот вот эти стены доработать, их как-то что ли не докрасили, видите, полоска. И здесь вот еще должны быть вставочки таких маленьких мини-балкончиков. Ну и когда-то на углу был деревянный дом, он потом сгорел уже давно, больше 10 лет назад. Стояла развалюха, потом ее снесли, ну и вот, наконец, строили тут такую очень современную новостройку. Она на любителя, конечно, дизайн, архитектура сильно выбивается из окружающей застройки, но новое оно должно быть новое, широкие такие лоджии, ну, в принципе, такая нормальная, средненькая архитектура по современным меркам. Ну, а там первая городская больница, главное здание, там целый квартал, много исторических зданий. На этом небольшая весенняя прогулочка закончена. Дальше обязательно буду еще снимать для вас видео. Пишите ваши комментарии.
Ну а если в наше непростое время окажетесь в Риге, обращайтесь, проведу вам приинтереснейшую экскурсию. С вами был рижский гид Андрей.